Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор предновогоднего 17-го каталога Faberlic. Он очень интересный, так давайте начинать. Ноги Faberlic только растут, они нереально толстые уже. Это еще здесь биоси у нас с вами нет, 371 страница. Это вообще, конечно, капец, поэтому будем останавливаться с вами на самых интересных акциях. Сразу обращаю ваше внимание на то, что каталог у нас двухнедельный, с 22 по 5 декабря. Имейте в виду, не забывайте вовремя оплачивать и делать заказы. Здесь у нас с вами новинка парфюмерной водички, да, или туалетная она у нас парфюмерная. Футурия, правильно, да? 50 мл 999 рублей. Надо будет взять пробник, обязательно с вами потестируем. Интересно. Кода пробника в каталоге нет, будем искать на сайте. Новинка, еще одна увлажняющий крем тин для лица, Nude Illusion. Это очень интересная новинка, я не знаю, буду брать или не буду, девчонки, посмотрю, потому что я так крайне редко пользуюсь тональными какими-то средствами, и мне очень понравилась предыдущая новинка для сияния, сейчас мы с вами на ней остановимся, поэтому пока не знаю. Помада жидкая матовая. Stay True, моя любовь, девчонки. Это вот кто пробовал Vivienne Sabo, матовые губные помады жидкие. Вот это аналог. Она крутая. Она мне лично не сушит губы даже в холодное время года, да? Хотя в холодное время года они, наверное, от всего, в принципе, сохнут. Она нереально крутая. Она ложится матовым бархатным финишем. Она съедается равномерно. Вот по такой цене очень рекомендую вам присмотреться. Помада действительно крутая. Еще одна новинка. Тушь с эффектом накладных ресниц. Glam Cheek. Интересная новинка. Не очень понятно, в каталоге изобразили кисточку у нас с вами, да? Хотя вот здесь вот уже более-менее понятно. Она у нас какая-то с вами загнутая, интересная. Возьмем, потестируем. Я люблю брать новинки, мне нравится, поэтому, конечно, возьмем, потестируем. Хотя цена у нас будет с вами не очень бюджетная, но при покупке от 500 рублей она будет 249 рублей стоить, поэтому нормальненько. Ой, вот эту новинку я ждала, потому что, ну... Реально интересно, чтобы за неделю кожа стала более упругой, более подтянутой. Мы видим результат за неделю. Очень интересно. Возьму обязательно несколько средств из этой линейки. Обязательно. Будем с вами тестировать, смотреть, стоит ли она своих денег. Она совершенно не бюджетная. И что здесь у нас в ней такого крутого? Будем разбираться. Да? Биоактивный сперциамарин. Пептид Миметик, господи, молекулы какие-то, комплекс, ну, новофтем, да, естественно. Поэтому будем разбираться, будем смотреть. Интересно, мне очень интересно. Дальше у нас с вами новогодние не новинки. У меня есть, кстати, такая звезда, очень красиво она смотрелась на елочке. В этом году обязательно ее тоже поставим. Новинки посуды, красиво, согласна, красиво, не бюджетно, но очень красиво. Вот если столовые приборы мне не очень нравятся, тарелки нравятся, то есть снаружи они беленькие, внутри они такие вот... голубые под с крошкой какой-то, как мраморный, да, интересно, красиво, если под дизайн кухни, опять же, подходит, потому что мне нравится, когда вот все как-то одного дизайна. Плед тоже не очень бюджетно, потому что это у нас с вами 100% полиэстер, такой плед можно купить дешевле, гораздо дешевле. Ночник классный, висит, игрушка маленькая, так, нет у меня ее под рукой. Нету, под рукой нету. Она маленькая, смотрите на размеры. Прошлогодние игрушки были больше размера, да? Это маленькая. Вот эти новинки брать не буду, девчонки, потому что, не знаю, у меня уже кружка от Faberlic тьма, да? Поэтому я пройду мимо них. Вот это тоже не буду, потому что кухня у меня не в голубом цвете, и я так не люблю, скажем так, да? Лимитированный выпуск кремов для рук, Lovely Moments. Кремы для рук здесь хорошие в наборе, можно взять на подарки, прямо на подарки запасаемся всем и вся. У меня вот такие кружки, кстати, зеленые и сиреневые, сиреневых почему-то здесь нет. Шарик бурлящий, протестировали с дочерью, оба шарика, они классно бурлят, от них обалденный аромат, и как по факту оказалось, лимонный бум, который пах ванилькой, он, когда именно бурлит, он, да, издает лимонный, правда, такой сладковатый аромат, скажем так, да. Гели для душа тоже понравились, очень понравились, прям пользуемся с удовольствием, они густые, и действительно, как заявлено, так и пахнут, ни туда, ни сюда, прям молодцы Faberlic, исправляются ароматы все в точку. Вот такие новинки носочков, хочу заказать, взять тепленькие носочки, потому что 349 рублей минус скидка консультанта, 200 с чем-то рублей за носки. С шерстью это недорого. С шерстью нет, недорого. Поэтому нормально. Хочется взять носочки. Опять тапочки у нас тематические. Я в прошлом году брала с бычком. Относились нормально, так как они белые. Приходилось их часто стирать. Сейчас подумаю, какие взять. Хочется, конечно, и тигрика. И вот эти мне очень нравятся. И вот эти. Да все очень нравятся. Они все классные. Не очень люблю ходить в тапках по дому, но когда они есть, как бы, ну, хожу. А так я люблю в основном босиком.
Так, я надеюсь, из серии о роме у нас с вами теперь будет все доступно к заказу, потому что в прошлый раз, к сожалению, было не все. У нас появляются вот такие вот новинки. Они у нас шариком получаются, да? Аромом, да, шариковым аппликатором арома масла. То есть их уже точечно можно наносить на тело и даже как лечебные масла. То есть, да, у нас показано, куда наносятся они. Да? Можно почитать в интернете про каждое эфирное масло, хотя здесь у нас вкратце написано, да, ой, очень хочется попробовать афродизиак, да, пробуждает чувственность и создает романтическую атмосферу. Иланг-иланг, пачули, мимоза, интересно, обязательно что-нибудь с вами возьмем, потестируем. Аромадиффузор красивый, классный, здорово переливается, видела его в использовании, но считаю все равно эту цену крайне небюджетной. Такие похожие аромадиффузоры с таким небольшим количеством воды можно купить гораздо дешевле. Аромамасла хорошие, вы меня в прошлый раз отругали, что я их поругала, потому что сказали, что хорошее, настоящее, точнее, аромамасло, а не как в аптеке. Вы почему-то так сказали, да? Многие, кстати, так написали. Оно стоит дорого. Ну вот, пока пользуюсь. У меня, что у меня, антистресс или релакс? Я уже забыла, девчонки. В общем, хорошо пахнет, все здорово. Так, и спрей. А спрей вот у меня как раз позитив. Энергия, энергия. Пахнет обалденно, мне очень нравится. Знаете, такой аромат унисекс. Такой вот вроде как мужской парфюм, и что-то, и женские нотки какие-то есть. Очень приятно распылять по помещению. Мне действительно понравилась эта серия. Буду что-то брать обязательно еще. Дальше у нас с вами парфюмы. Можно инкогнито наборчики опять взять. Можно даже некоторые странички понюхать. Я уже, кстати, забыла, как пахнет Каори. И желтые ценники при покупке двух. А классно пахнет Каори. А действительно классно. Мне нравится. Слушайте, я уже так давно все тестировала парфюмы Фаберлик, и мало какой я оставляла себе какие-то положительные впечатления, а этот прям нравится. Слушайте, прям нравится. Я теперь понимаю, почему консультантов Фаберлик, он такой ходовой, скажем так, товар. Серия Dream Therapy, я сейчас ей наслаждаюсь, восхищаюсь и обожаю. Крем-масло плюс миста 439 рублей. Очень советую, если вы хотите кому-то сделать на Новый год обалденный подарок, это шикарный подарок. Вот это крем-масло для душа, оно просто великолепное, просто великолепное. Перед сном принимать с ним душ, одно удовольствие, и аромат потом по всей квартире. На теле он держится какое-то время, у меня дочь всегда говорит, как от тебя, мамочка, вкусно пахнет. Обалденный, и расслабляющий эффект тоже есть. Я не знаю, как они этого добились, но он действительно есть. Можно как и самостоятельно продукт применять, можно и на мочалку, она пенится изумительно. В общем, у меня восторг сейчас один от этой серии. Также мист на подушечке распыляю и ночная маска для лица у меня сейчас в активном использовании. Не могу сказать, что она делает какие-то чудеса. Она хорошо увлажняет, кожа на утро выглядит отдохнувшей, как бы, поэтому ну, нареканий никаких к ней нет. Когда бывают распродажи, прям советую попробовать эту серию, так же, как серию Global Oxygen. Здесь пенка плюс бальзам 499 рублей. Тоже она не бюджетная, но это работающая серия Faberlic. Я ее порекомендовала бы для любого абсолютно возраста 20+. Все продукты крутые, все продукты работающие. Я не все, правда, пробовала, но вот те, которые пробовала, да, поэтому нравится действительно, и для сухой кожи подойдет, и для комбинированной, и для жирной подойдет абсолютно для любой кожи, потому что ни сухости, ни стянутости не вызывает и хорошо увлажняет. У тех, у кого кожа совсем сухая и сейчас от холодов на улице подвергается каким-то стрессам, рекомендую очень присмотреться к серии кислородное сияние. Меня в свое время вот эти два крема спасли зимой, просто спасли. А тех, у кого кожа продолжает быть комбинированной и совсем не сохнет, кислородный баланс. Я вам частенько это повторяю, но все равно вопросы в личку часто очень сыпятся по этому поводу. Карбокситерапия снова по крутой цене, просто по крутой, 749 рублей. Но я только распаковала запас, поэтому пока брать не буду. Вот. А так я вам очень рекомендую. Серия тоже работающая. Я, наверное, буду брать кислоты. А еще девчонки спрашивали, какой крем подобрать для сухой кожи и на зиму. Я всем рекомендую насыщенный питательный крем для лица Варио, хотя сейчас скидочки нет, но со скидкой консультанта эта баночка стоить будет 200 с чем-то рублей, это нормальная цена. Меня вот во время беременности я этот крем добивала, скажем так, и он великолепный. Он круто питает кожу, вот реально круто питает, именно питает, без жирного блеска, без всего такого вот негативного. Обалденный крем. Так же, как и крем для век, он плотный. Для тех, кто любит плотные крема для век, это ваша история. Витамин С тоже зимой неплохо заходит. Это моя любимая серия Weekend. Я вам уже про нее много раз рассказывала, тоже будут наборчики. Я считаю, что она тоже подходит абсолютно для любой кожи. Серия
Ретинол является моей любимой тоже серией Фаберлик. Прошлой зимой я использовала и сыворотку, и крем, и мне очень понравилось. Кто-то говорил, что крем вызывает, ну как, оставляет жирность на лице, что ли, с ним кожа быстрее жирнится. У меня такого не было, но у меня сейчас кожа в нормальном состоянии, поэтому если у вас комбинированная, как бы можно присмотреться к сыворотке. Здесь инокапсулированный ретинол в сыворотке 2%, да. Хочется попробовать коллаген. Вот сейчас зимой, мне кажется, самое время для такого ухода. Буду потихоньку брать, тестировать тоже эти серии. Шприцы я вам уже говорила, любой будет за 449, работают великолепно. Пока пользуетесь, работают, перестаете пользоваться, не работают, но морщины действительно разглаживает. Самое время производить кислотный уход за своей кожей, солнца практически нет, поэтому запасаемся системой ABC. Мне нравятся первые два шага, кто-то просто обожает в восторге от крема шаг C. Я его предпочитаю заменять на свой любимый крем, да, какой-то. Первый шаг – это у нас химический пилинг с ахокислотами. Это гелеобразная такая консистенция, от которой может пощипывать и краснеть лицо. По крайней мере, у меня всегда краснеет. Мы выдерживаем определенное время, потом смываем, наносим микроэбразию. Это что-то типа гаммажа. То есть намного-много частиц, мы еще шлифуем свое лицо после кислот, да, и эффект обалденный, эффект действительно обалденный, сейчас это делать можно, сейчас это делать нужно, если у вас есть морщины, если у вас кожа возрастная, обязательно, наборы редко бывают по такой цене. Вот такая щетка-массажер для очищения лица у нас с вами, новинка, такие же абсолютно щетки в фикс-прайсе стоят в 10 раз дешевле, поэтому здесь опять мимо. Я эту новинку точно брать не буду. Зимой зайдет прекрасно практически для любой кожи, особенно для сухой возрастной, линейка Асиул. Она увлажняет и делает такой, знаете, сияющий, что ли, кожу. Вообще потрясающе классная. Мы с вами так быстренько галопом по Европам разбираем уход. И дальше смотрим новинки декоративки. Лимиточки у нас с вами, да, тушь Miss Curl. Помадки в красивых флакончиках. Лаки, кстати, взяла вам показать. Это у нас с вами артикул 7870, мы с вами его подробно тестировали, я вам подробный отзыв отставляла. Так, это вот этот оттенок у нас с вами Милитриса, и если в каталоге он выглядит более розовым, таким вот, скажем, да, то по факту, вот видите, он какой, он не розовый, он красный. Да, я же не ошибаюсь, 7870, да. В каталоге он розовый с желтым, а по факту он такой красный с желтым. Наклейки тоже супер, обязательно вот эти оставили под Новый год, маникюр сделаю себе и дочке, понравились, классные. Достойные. Я надеюсь, что появится вот эта палетка наливных помад, потому что тоже хочется вместе с вами ее потестировать. Надеюсь, она будет в наличии. Возьмем, попробуем. Velvet Kiss — классная помада, потрясающая. Такая, знаете, как почти как была, которую вывели из производства, моя любимая полуматовая губная помада Овация. Вот здесь вот что-то есть похожее. Губки мне не сушила, оттеночки классные, все супер. Практически на все помады у нас с вами будет хорошая цена. Нужно выбирать, нужно смотреть, что вам нужно, что хочется. Красота. Подробно о вот этой линейке, новиночке в Glam Team мы с вами останавливались в обзоре прошлого каталога. Я взяла румяна в шариках. Классные, супер, все потрясающие, но очень много блесток. Очень много блесток, которые остаются потом на моем ребенке. И мне не понравилось, поэтому я немножечко их пока отставила. Тональное средство сиянием просто потрясающее. Понравилось. Дарит коже здоровое сияние. Там действительно в составе есть светоотражающие частички. И у меня, по крайней мере, лицо с ним не жирнится. Макияж держится прекрасно. Я не припудриваю его в течение дня, поэтому довольна. Если кожа жирная, конечно, необходимо будет припудривать. Но тогда и сияние у нас с вами получается немножечко перекрывается, да? А так тональное средство шикарное. И перекрывает хорошо, и в то же время текстура легкая. На лице его не ощущаешь. Я прям вот полностью довольна. Очень хорошее средство. Фаберлик молодцы. Обязательно возьмем с вами ватные палочки, потестируем. Они хоть и не бюджетные, но зато они натуральный бамбук, хлопок, да? Посмотрим. Ну, хотя бы, может быть, для дочери пригодится. Натуральное, безопасное. Мы же с вами за это, да? Последнее видео на лице у меня, девочки, исключительно вот это, вот палеточка. Вот только вот это. Много комментариев света, что у вас за тени, что у вас на лице. Это палетка из прошлого заказа. Вот это вот, да, 6433. Хайлайтер использую как тени. Сверху могу вот эти два оттенка или вот эти два миксануть в складочку. Поэтому на лице сейчас у меня только вместо теней и контуринга, и румян только вот эта палетка. Очень универсальная, очень крутая. Поэтому по вопросу, что у меня на лице, я вам всем сразу ответила. По поводу краски. Скорее всего, пока буду оставаться в оттеночке 7.3. Где он, родной? А где у нас 7.3, девчонки? Где новые оттенки? Вот он, пряная корица. Мне нравится. Мне пока комфортно в этом оттенке. Поэтому тоже, какой оттенок у меня волос сейчас? Вопросов на эту тему много. Это, девчонки, 7.3, пряная корица. Фокус не хочет с нами сегодня дружить. Периодически пропадает сам. В линейке Эксперт вот такие вот новинки. Это у нас с вами
Так, что это у нас? Интенсивное укрепление. Хочется попробовать. Обязательно с вами попробуем. Здесь у нас бальзам, шампунь и шампунь большой, да? Жалко, нет масочки, потому что я все поглядываю на зеленую линейку. Мне хочется именно ее взять. Но попробуем с вами, потестируем и беленькую обязательно. Арису люблю, тоже нравится. Кстати, про вот эти вот... Как они правильно называются, девчонки? Сывороточный протеин. Даже не коктейли, хотела сказать. Их нет на складе, мне кажется, их выводят. Хотя они в каталоге еще есть. А когда рассылка была лидером Фаберлика вот этих вот коктейлей за рубль, я взяла, начала пить. И раздарила часть, потому что 5 штук давали. И у меня попросили заказать еще, а их нет. Они даже по артикулу не находятся. Представляете? Так, у нас здесь с вами появляются новые БАДы. Буду что-нибудь обязательно брать. Источник витамина С. Это потрясающе просто на зиму. Это просто потрясающе. Я вообще обожаю все, что содержит витамин С. Мой организм это обожает. Витамин С, девчонки, это молодость. Это молодость, это здоровье, это бодрость. И... вот такая вот новиночка, поддержка иммунитета, концентрат на основе экстрактов цветков черной бузины. Тоже очень интересно, тоже про иммунитет. Посмотрю, может быть, и то возьму, или что-то одно. И новые игрушечки-гномики, очень симпатичные, кстати, появляются. Смотрите, какая прелесть, какой у них размер. 25, 25, ну, где-то как каталог, слушайте, нормальный такой размер, такие красивые, я прям подумаю. Линейку Гринли не люблю, мне, ну, порошок только, наверное, из нее зашел, он нормально стирает, но так как он дороже обычного, я его практически никогда не беру, потому что он не хуже обычного, а все остальное мне не понравилось, поэтому я всегда прохожу мимо нее. Здесь у нас всю серию дома обновляют потихоньку, я на этом внимание не зацикливаю, потому что разницы абсолютно никакой после обновления не вижу. Вроде как усиливают формулу, ну, и спасибо вам на этом, скажем так, да? В конце каталога тоже интересные новиночки. Вот такие худи для детей и для взрослых. Цена тоже не очень бюджетная, но зато тематика. Тематика. Вот такие вот джемпер, да, не свитер, джемпер. Новогодние, классненькие, тепленькие. Серия зима. Классная серия. У кого кожа сохнет, тоже присмотритесь. Парфюмы по 35 миллилитров у нас с вами и по 30, да, по 299 рублей. И опять инкогнито у нас тут участвует. Здорово. Остальные цены я не вижу здесь никакой распродажи. В прошлом году брала глиттер. Глиттер прикольный, но это вот я нанесла его только в новогоднюю ночь на праздник, и все. Больше я его не носила. Больше не знаю, куда его применять. Лав в большом объеме, что очень здорово. У меня дочери подходит этот шампунь. Так же, как и кремы. Прям берем, у нас в запасе он всегда есть. Он используется, правда, редко. Это ребенок, это не я на себя там вымазать тонна сразу, да? 2 по 79 эти серии, я не люблю, мне их мало. И вот эта новинка, с девочками тоже рассуждали с вами, да, будет ли это заменой Биоарктик, потому что мне очень нравилась серия Биоарктик для волос, просто я была в диком восторге. И она такая бюджетная была, кто-то говорил, что Ботаника замена Биоарктик, ничего подобного, Ботаника рядом не стояла. Я надеюсь, что это будет то. Шампунь «Зимняя защита» с клюквой и княженикой, да, у нас с вами для всех типов волос, и бальзам для всех типов волос. Обязательно возьмем, попробуем. Надеюсь, будет хотя бы хоть приближенно похоже на Биоарктик. Желтые ценнички, мочалочки Бьюти Кафе, и, наверное, все, мои хорошие. Игрушечки, да, Lovely Moments, овечки. Вот эту серию больше брать не буду. Очень ядреная душка, очень. И обалденный, ну просто шикарнейший подарок для новичков, девчонки. Если вы еще не зарегистрированы в Фаберлик, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. А с 22 ноября по 5 декабря успевайте сделать и оплатить заказ. Важно не только сделать и оплатить, да? Именно в этот промежуток числовой. И получите вот такой шикарный набор Global Oxygen, девчонки. Это потрясающая серия и шикарный подарок. И заказ всего нужно будет сделать на 1699 рублей в ценах каталога. То есть по факту это выйдет где-то 1300. Подарок для новичков обалденный. Вообще потрясающе. Ну и на этом все, мои хорошие. Если обзор был вам интересен, полезен или остались какие-то вопросы, обязательно пишите под видео. Ну а я вас всех люблю, целую и всем пока-пока.